Открывайте. Юрий, открывайте, смотрите. Оля, дверь открой. Никита, иди, сейчас стоишь. Ну, откройте. Потом сразу закройте, а то нам ветер будет свечу красную. Проходите, проходите сюда. Там двери сразу закрывайте. Двери закройте, а то тянет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благословен Бог наш, всегда ныне присно и во веки веков. Аминь. Миру Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Миру благостояние Святой Божьей Церкви и соединение всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. В храме всем и с верой, благоговением и страхом Божиим, входящих во имя Господа, помолимся. Господи, помилуй. О православном епископе Всероссийской Церкви, Господи нашим, высокого Пресвященнейшим, митрополите Ларионе и всей во Христе, братья наши, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О многострадальной стране нашей российской, правителях и православных людей в Отечестве, в России, несущих о спасении, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О рабе Божиих Андрея и Дарье, обручающие сегодня друг с другом, и о спасении им, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О даровании всего просимого для спасения детей, для продолжения рода, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О неспосланием помощи и совершенной мирной любви, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О сохранении их единомыслия и непоколебимой вере, Господу, помолимся. Послать им благословение для пребывания в непорочной жизни, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы Господь Бог даровал им честный брак и неоскверненное ложе, Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавиться от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычу нашу Богородицу, Пресно Деву Марию, со всеми святыми упомянувши, сами себе друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Божий вечный, собравший для соединения разделенный и определивший им нерасторжимый союз любви, Ты благословил Исаака и Ревекку и явил их наследниками Твоего обещания. Ты сам благослови этих рабов Твоих, Андрея и Дарью. Наставляя их на всякое доброе дело, ибо Ты милости, человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Мир всем. Главы ваши, Господи, не преклоните. Господи, Боже наш, Ты, предобручивый себе из народов церковь, Деву чистую, сам благослови и это обручение, и соединение этих Твоих рабов, Андрея и Дарью. Сохрани их в мире и единомыслии, ибо Тебе
принадлежит всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Обручается раба Божия Дарья, рабу Божию Андрею, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Это дело и должен воспринимать, но воспринимать как нет. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, Ты сопутствовал Месопотамии посланному патриархом Авраамом слуге его, чтобы он избрал жену господину своему Исааку. И посредством водоношения Ты указал ему Ревеку для обручения ее с Исааком. Ты теперь сам благослови обручение этих Твоих рабов, Андрея и Дарья. И утверди их взаимное согласие, утверждая его Твоим святым соединением. Ибо Ты вначале создал мужской и женский пол, и Тобою жена соединяется с мужем для помощи ему и для продолжения человеческого рода. Ты, Господи Боже наш, пославший нам, Твоему наследию, истину, обещанную Тобою нашим отцам, Твоим рабам, избранным Твоим в каждом роде и поколении. Ты и теперь сам милостям воздри на Твоих рабов Андрея и Дарьи, утверди их обручение в истине вере, любви и единомыслии. Ибо Ты, Господи, сам даровал обручение, являя его для утверждения всего. Перстнем дана власть Иосифу в Египте. Через перстень прославился Даниил в Вавилонской стране. Через перстень обнаружилась правота Фамаре. Через перстень наш Небесный Отец явил милость Своему Сыну, сказав: «Дайте перстень на правую Его руку, закалите откормленного теленка, будем есть и веселиться. Сама десница Твоя, Господи, вооружила Моисея на Черном море, и Ты Своим истинным словом утвердил небеса и основал землю. Так Твоим могущественным словом и Твоей всесильной рукою, да благословится десница этих Твоих рабов, и Сам Ты, Владыка, благослови теперь своим небесным благословением это возложение перстней на Твоих рабов, чтобы ангел Твой шествовал пред ними во все дни их жизни, ибо Ты все благословляющий и освящающий Бог наш. И Тебе мы высылаем славу Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне, во веки веков. Помилуй нам, Боже, повелиться милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Еще молимся о рабах Божиих Андрея и Дарья, обручившихся друг с другом. Господи, помилуй, Господи, еще молимся всем братьям, всем христианам. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже наш, прими эту нашу усердную молитву и ниспошли обильные Твои
милости Твоим рабом Твоим, Андрею и Дарье. И всегда храни в мире любви, единомыслие, ибо Ты милости человеколюбивый Бог, и Тебе славу мы высылаем Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе! Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его! Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе! И будет честь от труда, благословенца человек, боящийся Господа. Благословен Тебя, Господь, всего ты увидишь благоденствие и заливости дни жизни Твоей. Увидишь сыновей и сыновей Твоих, мир на Израиле. Не связан ли ты обещанием к другой невесте? Нет, не связан. Не связан. Имеешь ли ты, Дарья, искреннее непринужденное желание и твердое намерение быть женою раба Божия Андрея, которого ты здесь видишь перед собой? Имею, святой отче. Не обещалась ли другому жениху? Не связано ли? Нет. Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. И Господу помолимся. Господи, помилуй. Помилуй, 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 Господу помолимся. Господи, помилуй. Посвятим храме всем, и с верой, благоговением и страхом, к Божьим ходящий конь, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, рабе Божьих Андрей и Дарья, сочетающие сегодня друг с другом для брачного общения и о спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы Господь, как в Кане Галилейской, благословил этот брак, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, дарование вступающий в брак, целомудрие, чадородие на пользу, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы радоваться им при виде своих сыновей и дочерей, Господу помолимся. Господи, помилуй. О даровании мобильного чадородия и беззукоризненной жизни, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы избавиться им и нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. За спаси, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Благословенную славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, пречистый Создатель всех всего существующего, Ты по своему человеколюбию, преобразовавший ребро праотца Адама в жену, и благословивший ее и Адама, и сказавший им, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, обладайте ею, и Ты, супружество, явивший их двух одним телом, поэтому оставит человек отца свою мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, и что Бог сочетает, соединит,
того человек да не разлучает. Ты, Господи, благословил раба своего Авраама и разрешив неплодство Сары, сделал его отцом множества народа. Ты даровал Исааку Ревеку и благословил Рождество, рожденного ею. Ты сочетал Иакова и с Рахилью явил от него 12 патриархов. Ты соединил Иосифа со Станефой, даровав им Ефрема и Манасию плоть чадородия. Ты принял Захария и Елисавету, явил через них рождение предтечи. Ты произрастил из рода корни Исеева, вечного Деву Марию от нее, воплотился и родился для спасения человеческого рода. Ты по неизреченному Твоему дару и великому милосердию, пришедший в Кану Галилейскую, благословил там брак, и всем этим Ты показал, что на законное супружество его чадородие есть Твое соизволение. Поэтому Сам, Пресвятой Владыка, прими моление нас, Твоих рабов, и как в Кане благословил этот брак, явивший здесь невидимым своим искусством, и даруй этим твоим рабом Андрею и Дарье мирную жизнь, долгоденствие, целомудрие друг к другу, любовь в союзе мира, долгожизненное потомство, благодать на детей, неводами венец славы. Удостой их видеть детей у детей, сохрани неопороченным их ложе и дар им свыше от небесной росы, и от земного богатства наполняя их домы пшеницей, вином, илеем и всяким добром, чтобы они могли подавать и нуждающимся, а также дар находящимся с ними, все просимое для спасения, ибо Ты, Бог, милостью, щедрот и человеколюбие, Тебе высылаем славу. Отцу, Тебе вашему славу, Святым Безначальным Отцем и Пресвятым Благоутворящим Тем Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Благословен Ты, Господи Боже наш, священнодействователь таинственного и непорочного брака и законоположитель брачного соединения, покровитель целомудрия и благоустроитель всего земного. Ты, Владыка, создавший в начале человека, поставил его царем над всем творением и сказал: «Нехорошо быть человеку одному на земле, сотворим ему помощника, соответственно ему». И взявши одно из ребер его, Ты создал ему жену, увидев которой Адам сказал: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего». Поэтому оставит человек отца свою, мать свою, прилепится жене своей, будут двое одна плоть. И что Бог соединил того человека, да не разлучает. И теперь Ты сам, Владыка, Господи Боже наш, ниспосли Твое небесное благословение, Твою небесную благодать на этих рабов Твоих, Андрея и Дарья. И даруй этой Твоей рабе во всем повиноваться мужу, а этому рабу Твоему быть главой жены, чтобы они жили по Твоей воле. Благослови их, Господи Боже наш, так, как Ты благословил Ты Авраама и Сару. Благослови их, Господи Боже наш, как благословил Ты Исаака и Ревеку. Благословил. Благослови их, Господи Боже наш, как благословил Ты Иакова и всех патриархов. Благослови их. Господи Боже наш, как благословил Ты Иосифа с Иосифом. Благослови их, Господи Боже наш, как благословил Ты Моисея и Сепфору. Благослови их, Господи Боже наш, как благословил Ты Иакима и Анну. Благослови их, Господи Боже наш, как благословил Ты Захарию и Елисавету. Сохрани их, Господи Боже наш, как сохранил Ты Ноя в ковчеге. Сохрани их, Господи Боже наш, как сохранил Ты Иону в чреве кита. Сохрани их, Господи Боже наш, как сохранил Ты от огня трех святых юношей Анания, Азария и Мисаила, не спасав им с неба росу. Да снедает сочетающий Твоих рабов радость, какую имела блаженная Елена, когда нашла Твой святой крест. Вспомни их, Господи Боже наш, как вспомнил Ты Еноха, Сима и Илью. Вспомни их, Господи Боже наш, как вспомнил Ты святых Твоих 40 мучеников, не спаси им с неба венцы. Вспомни, Боже, и родителей, воспитавших их, этих обручившихся так, как молитвы родителей утверждают основание домов. Вспомни, Господи Боже наш, и Твоих рабов, обручившихся и соединившихся для этой
радости, вспомни, Господи Боже наш, раба Твоего Андрея и рабу Твою Дарью. И благослови их, даруй им плод чрева, благочестивых детей, телесное и духовное единомыслие. Возвыси их, подобно кедрам ливанским и ветвистой виноградной лозе. Даруй им хлебное семя, чтобы, имея всякий достаток, они были щедры на всякое доброе и угодное Тебе дело. И да увидят они вокруг своей трапезы сынов и сыновей своих, как масличные ветви, и чтобы, угодивши Тебе, они, как светило, воссияли на небе у Тебя, Господа нашего. Тебе же, с бедначальным Твоим Отцем и животворящим Твоим Духом, да будет слава, честь и поклонение, ныне присно и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже святой, Ты создал из праха человека и воссоздал его из ребра, из его ребра жену, и соединил его с ней, подобно ему помощница, ибо так угодно было Тебе, величественным, чтобы человек не один был на земле, Ты сам владыка, и теперь простри Твою руку из Твоего святого жилища и соедини этого раба Твоего Андрея с этой рабой Твоей Дарьей, ибо только одним Тобою сочетается жена с мужем. Соедини их в единомыслии, венчай их в единстве плоти, и даровавши им деторождение, умножь их потомство, ибо Твоя милость, власть, и Твое царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне присно во веки веков. Венчается раб Божий Андрей, с рабой Божией Дарьей, Отца и Сына и Святаго Духа. Венчается раб Божий Андрей, Божий Дарьей, Отца и Сына и Святаго Духа. Венчается раб Божий Андрей, с рабой Божией Дарьей, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Церковь должен быть. Венчается раба Божия Дарья с рабом Божьим Андреем во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Венчается раба Божия Дарья с рабом Божьим Андреем во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Венчается раба Божия Дарья с рабом Божьим Андреем во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи Боже наш, славою и честью венчает их. Господи Боже наш, славою и честью венчает их. Господи Боже наш, славою и честью венчает их. Прокинем глаз восьмы, положил еси на головах их венцы от камней честных, живота просиша у Тебе и дал еси им. Положил еси на головах их венцы от камней честных, от камней честных, живота просиша у Тебе. Им благословение век века, возвеселиши я радостью с лицем Твоим. Положил еси на головы венцы от камней честных, от камней честных, живота просиша у Тебе. Положил еси на главах их венцы. От камней честных, живота
послание святого апостола Павла чтение. Аминь. Братья, благодаря всегда за всех Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь поминуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющего пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви, так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Мир тебе, Христу, и духове твоему. Премудрость просим, услышим святаго Евангелия. Мир всем. И духове твоему. От Иоанна святаго Евангелия чтение. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь Его сказала служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещающих по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водой, и наполните их до верха». И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда вино это, знали только служители, почерпающие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Слава тебе, Господи! Всем от всей души, все помышления наше горцем. Господи, помилуй. Господи, сидя в вечер Божий, Отец наших, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Еще молимся о явлении Божией помощи, милости, мира, жизни, здравия, спасения, прощения, оставления грехов рабом Божьим Андрею и Дарье. Господи, помилуй. И всех. И родителей, и всех здесь предстоящих и молящихся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, Ты в Своем спасительном домостроительстве, удостоивший Своим присутствием в Кане Галилейской, явить брак святым,
Ты сам и ныне сохрани в мире и единомыслие твоих рабов Андрея и Дарью, которым благоволил ты соединиться друг с другом и сделай брак их честным, да ложе их сохранение оскверненным. Благоволи пребывать им в непорочном жительстве и удостой их с чистым сердцем исполнять твои заповеди и дожить до глубокой бодрой старости. Ибо ты Бог наш, Бог милующий и спасающий, и мы высылаем тебе славу с твоим безначальным Отцем и всесвятым, всеблагим и творящим твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твоей благодатью. Господи, помилуй. Не всего совершенно святомирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение, исцеление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Благо полезно душам нашим и мира мирами у Господа просим. Отче, время, что в нашем мире пока не скончать у Господа просим. Христианская кончина живота наша без болезни, непостыдный, мирный, доброго ответа на страстном судилище Христове у Господа просим. Соединение веры и причастия Святаго Духа, испросивши сами себе друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Исподоби нас, Владыка, содержание и суде на смерти, призывайте Тебе небесного Бога Отца и глаголоти. Отче наш, иже на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое Царство, сила и слава Отца, Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Тебе, человеколюбивый Бог, вручаем всю нашу жизнь и все свои надежды и просим Тебя, удостой, Владыка, нас с дерзновением, не подвергаясь осуждению, иметь смелость призывать им небесного Бога Отца, вызывать Тебе мир, мир всем. И Духу Твоему, наши Господи, мир преклони. Боже, своей силой все сотворивший, утвердивший вселенную, украсивший венец всего сотворенного Тобою, благослови духовным своим благословением эту общую чашу, даруй ее сочетающимся для брачного общения, ибо благословенно имя Твое и прославлено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков.
Исаия, ликуй, Дева, имя во чреве. Господи Боже наш, то венчал круг года и установил три таинства брака, возложение, при таинстве брака возложение этих венцов на соединяющие друг с другом. И этим воздаваем награду за целомудрие, так как они чистыми сочетались для узаконенного того брака. Ты сам при снятии этих венцов благослови соединяющие друг с другом и сохрани нерасторжимым их брачное соединение, чтобы они непрестанно с благодарностью прославляли Твое святое имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Возвелись, жених, как Авраам, будь благословен, как Исаак, размножайся, как Иаков, и живи в мире, исполняя заповеди Божии. И ты, невеста, возвелишься, яко Сара, возвеселись, как Ревека, размножайся, как Рахиль, и радуйся своем муже, храня определенный закон, ибо так благоволил Бог. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, Боже наш, пришедший в Кану Галилейскую и там благословивший брак, благослови этих Твоих рабов по Твоему промыслу, соединяющиеся для брачного общения, благослови их вхождение и выхождение, пророди для блага их жизнь. Прими нескверненными и непорочными их венцы в Царстве Твоем и сохрани, Господи, Твоих рабов, чтобы они, как в Кане Галилейской, совершивши чин брака, исполнивший все заключавшееся в нем символы и достигнув единения, воссылали славу Тебе с Твоим безначальным Отцом и с престым всеблагим и творящим Твоим Духом ныне присно и во веки веков. Мир всем, главы Ваши, Господи, не преклоните. Отец, Сын и Святой Дух, все святая, вседосущная и животворящая Троица, одно Божество и Царство. Да благословит вас, да подаст вам долгодетствие, чадородие и совершенство жизни и веры, да исполнит вас всеми вечными благами, и да достоит вас получить обещанное небесное благо. По молитвам Пресвятой Богородицы всех святых. Аминь. Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе!
Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых боговенчанных равноапостольных Константина и Елены, святаго великомученика Прокопия и всех святых, помилует и спасет нас, как милосердные человеколюбивые. Ну что, храни вас Бог на многое лето. Храните то, что слышали сегодня вы здесь. На вас призывалось обильное благословение. Но благословение тогда сбывается, когда мы желаем их и идем навстречу этому. Бог никого насильно не спасает. Насильно Бог не дает никому какие-то «не хочу», «я не хочу», а Бог даст. Нет. Если мы желаем этого и просим всегда, то тогда Господь и посылает. Когда стакан веры донышком открытый, то, говорит, ставь его под Ниагарский водопад, ни одна капля не попадет в него. А когда перевернешь его так, то по капельке капает, и может совсем маленькая капелька, но за день, за два может полный стакан набраться. Поэтому, когда сердце наше открыто для благодати Божественной, то благодать наполнит нас. А если оно закрыто, то ничего не будет. Она тогда открыта, когда мы начинаем день с молитвы, во время дня мы никогда не забываем, что мы здесь временные жители на земле. Вот. Поэтому читаем мы, когда даже молитвословие в канонах. Куда, говорит, девается красота, молодость, куда девается? Быстро проходит молодость. Давно ли? Я думал, когда мне будет 17 лет, а вот уже 76. Незаметно быстро летит время. Можешь спросить каждого, кто никогда не думал, что будет такая вот, посмотри. Но каждый на себя. Такая она будет не всегда, ты не всегда такой будешь. Но всегда можно сохранить красоту, божественную красоту. Это всегда. Даже и в старости человек, когда если он одухотворенный, то он красиво выглядит, то есть он светится в этом. А когда чем-то озлобленным, вечно недоволен, то такой мрачный вид у него, никогда не показывая мужу, что чем-то ты недовольна. Лишний раз старайся не расстроить его. Почему все мужчины умирают раньше? Потому что больше-то жены. Пришел, все, ах, ты такой, ты что там это было? Ну, а он все, он не будет плакать, там рыдать. Он все себе, а это уже одна зарубинка на сердце есть. Понимаешь? Вот так. Поэтому всегда, никогда не становись, что я буду правее, я главное. Никогда этого не делай, Дашенька, никогда. Помни, что это Бог так поставил. Глава, жене муж, а мужу Христос. Он повинуется ему, а ты повинуешься ему. Будет что-то не по-твоему, перетерпи, не по-моему, но глава так говорит мне, господин мой, так говорит. Да, женщину называли как? Господином называли мужа. Господин мой. Понимаете как? Поэтому живите в любви и радуйтесь. Поздравляйте. Все, повернись. Свечи можно потушить. Родители, поздравляйте, проходите. Потом сфотографируется можно.
Сейчас мы там мы сражены перед иконами. Давайте общую фотографию сделаем. Thank you.
Так, это, возьмите. Это ты понял, да? Если вы на обед сейчас. Спасибо.